Всех приветствую на моем канале. Я начинаю играть в игру Dust an Elysian Tale. Ну что ж, это игра про Фури Лиса. Там про путешествие его, про то, что он там потерял память. И всякая прочая. Казуальная норма, жесть, хардкор, назад. Давай норму. Обычно она нормально. Наш мир постепенно угасает. Его великие деяния давно совершены. Его легендарные цивилизации давно обратились в прах. Величайшие легенды Элизиума давно забыты. Именно тогда земля обетованная пала войны. И в самый отчаянный час началась величайшая история Элизиума. That the greatest of Elysian tales began. Одинокий воин сражался против армии, прорубая себе путь через всех, и сдавал на его пути. Для толпы не было у него шанса, а солдат не знал пощады. Но несмотря на его победы, навык и неспокойность, отважный воин падет в тот день. Но не от рук толпы, а от простого ребенка. Ну что я могу сказать? Ну, красивая игра выглядит. Dust. 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 Arise. Очнись. Что? Говорящий меч. Кто ты? Only that which you have то, что ты вызвал. Summoned. Вызвал? How? Как? For what purpose? Зачем? That этого я не знаю, но мы со временем узнаем. А теперь вставай и взови клинку Араха. Уф, уф. Stop. Стоять! Stop right не двигаться! And who is she? А это кто? Me? Я Фиджет, хранитель этого меча. I'm sorry, I think I misheard before. Прости, кажется, я ослышался. Сказала, что тебя зовут Фиджет. Эй, дело тут вовсе не во мне. Это ты забрал мой меч. Не желаешь назвать мне свое имя? Я... Успокойся, Фиджет. Его зовут Даст. И это он побудил меня ото сна. Так, значит, ты Фиджет? Да, это я. А ты, значит, Даст. Без обид, но ты не слишком, ну, маленькая. В смысле, для хранителя. Спустя 200 лет никто... Я просто присматриваю за этой штукой. Спустя 200 лет никто не думал, что меч просто взлетит и начнет, ну знаешь, говорить. Я была бы рада, если кто-нибудь рассказал мне об этом перед заданием. Или они рассказывали, а я просто не слушала. Такое иногда бывает. Так, что это за меч? Я клинок Арах, а ты, Даст, избранный владелец меча. Да, это все, конечно, замечательно, но я думаю, пора уже вернуть меч на место. Я просто не могу вернуть тебе этот меч. Сейчас он единственный, кто знает меня. Я даже не знаю, как оказался здесь. Ну, тогда ты не оставляешь мне выбора. Я бросаю тебе вызов. Любитель забирает меч. Достаточно. У меня нет времени на эти игры, Фиджет. Именно. Время очень важно, Фиджет. Фиджет, ты идешь с нами? Я иду? Ох, хорошо. Ладно. Идем, Даст. Мы отправляемся на восток. Ну, что я могу сказать? Ну... Так... Ага... Что, ну, игра выглядит красиво. Так что FPS немного... скач, ну так слегка.
Так, музыка нормальная, визуал нормально, играется вроде неплохо. Ой, какая красота-то, а! Красота неописуемая. Зайки. Так, ладно. Потихоньку сейчас разберусь с управлением. Так, вот быстрый слот. Ага. What is it, Fidget? Что такое Fidget? Well, вообще-то у моего вида есть то, что называете шестым чувством, и там впереди точно что-то есть. Насморк небольшой. Угу, вижу. А это у нас что такое? Угу, понятно, ясно, понятно. Здорово, мы нашли сундук. Поправка, мы нашли закрытый сундук. Ну и чего же ты ждешь? Разбей его. Это было бы неразумно, Даст. Эти сундуки защищены тайными замками из прошлой эры. Это далеко за пределами моих возможностей. Значит, нам понадобится ключ. Поищем ключ. Так, ага. О! Окей. Оба-на, какие-то мостыки. Чудовище! Успокойся, Фиджет. Да, сосредоточься. Вспомни то, что тебе не известно. Нет, дави на кнопки, сделай что-нибудь. И это все. Эй, мне ничего не говори про этих чудовищ. Странно, откуда взялись эти способности? Ты владеешь клинком Араха, а вместе с ним все навыки, заключенными в меч. Ау, чудовище? Поэтому я призывал тебя контролировать эту силу. О, вероятно, Даст, что я мог проснуться от таких эгоистичных причин. По сторону леса расположена деревня. Возможно, если ты ее найдешь, это поможет восстановить твою память. Тогда мы будем в безопасности, да? Больше никаких чудовищ. Фиджет,
Фиджет, я думаю, дела обстоят намного хуже. Подумать только, ведь утро так хорошо начиналось. Тебе бы возьми эти мелкие фрукты. Что-то мне подсказывает, что они тебе пригодятся. Ну давай вручную, все, окей, хорошо. Да, там сундук же есть. Да может где-то поблизости ключ там есть. Тут там что у нас? А нет, тут ничего нет. Может, ключ дальше будет? Ага, дальше. Всех вынесу. Так, вроде всех вывез. Подожди, Даст. Это его новая способность. Нос заложен. Пылевую бую. Ох. Мне это нравится. Держи так, так, чтобы выполнить. Ты я понял. Maybe I can help. If you press the super ballistic fidget action button of please contain yourselves as I demonstrate. Ну, я понял. Ну, что ты там делаешь? That was, Это было very очень мило. Well, maybe I'll just так давай, пожалуй, остальное в свой репертуар я оставлю по себе. I'm sorry, Fidget. Извиняюсь, sure it'll come in handy я уверен, что так или иначе это пригодится. Actually, Dust, говоря между нами, Dust, это может быть весьма полезно. Так. Manipulate Fidget's projectile into a more powerful attack. Observe. Давай будем управлять снарядами Fidget, давай более мощную атаку. Вот так, ага, ясно. Комбинация. Ух. Ого! О, кстати, каждый раз, когда я использую свою силу, значение индикатора энергии будет уменьшаться. Ты сможешь воспользоваться...
сможешь восполнить его с помощью комбо ближнего боя. Более того, Даст, используя свои комбо вместе с Фиджет, Фиджет, ты сможешь добираться более длинной с помощью ударов, которая даст бонус опыта после каждой схватки. Однако, если враг тебе поразит, цепочка будет вредно нарушена, и ты потеряешь бонус опыта. Хорошо. Ну, я понял. If this is all too much for you, you can check out the help screen via the cross menu. Вы можете зайти в экран справа через меню. Thanks, Fidget. I'll take a look if I'm ever in trouble. Следить за тем, чтобы не оказаться в беде. Ага, вижу. Вот это я понимаю, блин. Ну на ты какой-то здесь. А все, мана закончилась, ага. Предметы падают. Критический удар. Да блин, мы просто зверь, просто зверь. Эй, ты только что повысил уровень. Так вот, что я сделал. Отличное чувство, даже замечательное. Это должно быть, Даст. Ты получил камень навыка. Открой экран персонажа через инвентарь, чтобы улучшить свои способности. Писать еще сильнее. Классика, короче. Давай атаку повысим. Так, и все, да? Давай атаку повысим пока. Прыжок веры. Лучок тут неподалеку, ясно? Ого! Здесь действительно красиво! Да, есть какие-нибудь соображения по поводу того, где мы? Я надеялся, что ты мне скажешь. Какая я дура! Видимо, я потерял все мои подробные карты и навигационное оборудование, последуя безумный летающий меч.
Мне жаль, что я втянул тебя в это, Фиджет. Разумеется, тебе жаль. Забрал мой меч, принес мне неприятности. Знаешь, если подумать, мне кажется, что этот пейзаж мне уже знаком. Я стоял здесь и раньше, на этом самом месте. Да, возможно, ты узнаешь деревню у подножия этих скал. Сильно трудно что-нибудь разобрать. Нам нужно спуститься на самое дно долины, если не хотим взглянуть поближе. Ладно, иди, если хочешь, Даст. Так, сундучок не поговорил. Где сундук? Подходите, а то больно будет. Еще тут ободим. Здоровье, о, отлично. Хорошо, так подкачали здоровье себе. Ну ладно, я думаю, всегда можно вернуться назад. Ой, куда-то мы попали. Это палатка, там есть кто-нибудь?
А, чтобы это не было, у него светящиеся злом глаза. Торговец ждет, не стоит бояться его, не шалит, я чувствую, что он хочет оказать помощь в нашем путешествии. Я не испугалась, просто удивилась. Ну, возможность сэкономить, давай поговорим с ним. Я ожидал тебя, незнакомец. Кто ты? Просто друг с большим ассортиментом товаров. Будем налаживать бизнес. Так, у нас сколько? Мое золото 250. А, все дорогое. Охренеть цены тут, конечно. Ага, понятно. Давай я жерелейку. А нет, денег уже не хватит, чтобы потратился. Before you leave, might I propose an offer? Могу ли я сделать тебе предложение, прежде чем ты уйдешь? That would depend on the offer. Зависит от предложения. If I may be so bold, прости мне мою смелость, но ты еще не готов к тому, что тебя ждет впереди. Однако я могу предложить тебе свою помощь. Please. Пожалуйста, прими в качестве подарка этот чертеж. Если тебе удастся найти необходимые материалы кузнеца, то сможешь изготовить этот предмет. Также я могу предложить тебе материалы, хотя я не в курсе, что в этих землях ценится больше, я не из этих мест, как ты, наверное, уже смог догадаться. Once you've sold me a new material, только ты продашь мне новый тип материала, я смогу пополнять им мои складские запасы, и в качестве награды я расплачу дополнительно за первый новый материал, который ты мне продашь. Ага, он купит их дороже. Я, ну, да, так и будет. Спасибо. Будь осторожен, мой друг. Короче, у нас есть сундук. А, давай снова наверх, что ли? О, сундук. Точнее, ключ. Отлично. Денежки, хорошо, это мы любим. Ага. Ага, да-да-да, что там у нас есть? Атака, удача, атака, знаешь. Давай вот это, или нет, вот. Your transaction. Thank you. А нет, у нас есть вот такой вот, оказывается, уже. Нет, хорошо. Оба! Так. Эй, что это было? Только что сам себе ударил. Да, будь осторожнее. Даже величайшие из меченосцев не могут поддерживать боевую бою так долго. Ах, да, хорошо, я постараюсь быть осторожнее. Следи за своим цветом. Если ты начинаешь краснеть, а экран начинает трясти, ты близок к гибели. Так, понятно, ну это жопа вообще.
Что мне с тобой делать? Так, что ли, надо? Понятно, да? Оба-на. Хуятина. Давай. Давай, я, кажется, знаю, куда тебе надо. Давай. Ой, 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 ой. Бам. А тут новый фрукт уже есть. Как тебе нести-то, а? Может, вот так вот надо, да? Вот так, да, по-другому вот так. Я понял, я все понял. Ага, давай, давай, давай. Все. Оба. А тут еще один ключ. А что, обратно идем, да? Опять вы здесь, да? Ну так что, я на вас нафарблюсь хорошенько. Блин. Так, следим за тылом. Тоже есть сундук где-то. Ага. Теперь сохранение телепортации тут вроде, да? Жилет, ага, бонька. Угу.
Отлично, оружие. Что у нас есть по оружию-то? А, вот улучшение. Давай, так, ставим улучшение. Что, прокачались? Отлично. О, победите-ка. Ага, вот, все, вижу, вижу. Давай, 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 давай. Немного через одно место делаю такие скрепы, ну да ладно. Новый уровень. Чё, атаку там, не фиджет. Давай быстро так, погнали. Ага, это тоже на нас влияет атака. Атака негативна. Долгого использования воздуха.
Блин, офигенный способ быстро перемещаться. Так, ладно. Побегали, побродили. Ага. Да, вот сюда. А? Ну и на сегодня я пока закончу знакомство с данной игрой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Всем пока.